Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый сезон, в 77-ю серию. Мы продолжаем ловить, прокачивать и, в принципе, это все делать в нашем этом сезоне. И, ребята, что мы будем делать сейчас? Давайте, во-первых, может, нафиг расчистим вот этот инвентарь весь, потому что, как видите, он немного закакан. И было бы круто вот это все расчистить. Это сюда... Это сюда. Бабам. Вроде все. Вот что я еще хочу. Тут у нас 1, 2, 3. Чтобы, знаете, сразу было на качалку. Отложим. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну это пускай будет. 9. Фиг его знает. Вот это давайте. 10. Замечательно, ребята, дисков у нас много, поэтому хватит, можно сказать, на большое количество блиси, так как действительно их у нас много. Да, ребята, многие меня просили, чтобы я не прокачивал каракосту долго. Конечно, я не буду, в принципе, ее долго прокачивать, я не вижу в этом смысла. Я ее прокачаю до 45 уровня и нафиг отложу ее в компьютер, потому что дальше ее прокачивать вообще нету смысла. Дратини. Я честно хочу словить вот эту дратини, но как-то, знаете, не получается, что ли. Знаете, что мне еще посоветовали? Чувак, я знаю, что ты мне там пишешь много раз комментарии, но я не всегда могу сделать то, что ты просишь. Но я сейчас специально для этого сделаю. Человек мне написал, что иди в Deep Ocean, вот, где спавнится Лугия и где спавнится Кьогр ночью, да? И сделай тут площадь. То есть, если мы будем тут ночью, и мы будем стоять на какой-то площади, точнее, находиться на ней, то есть шанс, точнее, не есть шанс, а есть больше шанс, что заспавнится какая-то легенда. Но давайте, в принципе, ладно, поверим на слово. Давайте. Где оно у нас находится? Deep Ocean. Давайте немного щитерим, ребята, знаете, в каком смысле? Чтобы просто-напросто не сидеть вот сейчас... 10 часов и, да, делать какую-то платформу. Я не хочу просто напросто и вам на нервы капать, да, чтобы мне было это все долго. Поэтому, ребята, давайте щитерим. Да. Быстренько спустимся. Я надеюсь, что у нас это получится. Еще бы шейдеры выключить. Опа, опа, опачки, 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 опачки. Давайте куда-то вот сюда. Да, ребята, в принципе, у меня уже стоит такой мод, что можно... создавать как бы территории с сетом, да, но просто вот, например, для таких случаев это действительно подходит, и, в принципе, для таких случаев это действительно, можно сказать, полезно, да. Если что, я потом удалю, то есть ничего в этом большого стресса какого-то нету, что мы вот это сделаем, да. Но все же, чтобы меньше нам работы было. А прикиньте, если бы мы вот сейчас вот тут стояли и где-то полчаса делали блок вверх. А так, например, expand 50 up. Ну, 50 это, конечно, много я сделал. Ладно, давайте... Undo expand 10 up set 2. Чё-то за фигня, честное слово, ребят, я не представляю, почему оно как-то вот так делается. А давайте вот так сделаем. То есть, если что, потом уберем. Большой проблемы в этом нету. Пустим вот сюда, да? Где мы? Ага. И куда-то вот сюда, допустим. Мне кажется, будет круто. Давайте еще как раз... Какие? Вот эти? Офиг его знает, ребята, я как-то... Set... 2. Вот, ребята, видите, вот это все быстренько сделалось. И если что, то это мы потом уберем простой командой. А установил я, ребята, говорю, вот это мод только для того, чтобы немного хотя бы упростилось, можно сказать... Как это вообще можно сказать? Чтобы немного хотя бы упростилось не то, что поимка, а чтобы хотя бы, знаете, посмотреть, действительно ли это так. Потому что мне там человек, знаете, уже там говорил: Эдисон, ты не читаешь комментарии, я тебе уже 10-й раз пишу, что я тебе писал, сходи там в море, в Deep Ocean и ночью посиди там. И, в принципе, создай какую-то там платформу, потому что на платформе есть больше шанс, что заспавнится легендарный покемон. То есть больше шанс, если мы будем находиться на какой-то платформе,
в этом, в океане. Ну, посмотрим, посмотрим. В принципе, в какой-то степени это понятно, хотя как понятно. Там, где мы всегда качаем наших покемонов на острове, да, то там не Дип океан, там обычный океан. В принципе, можно сказать, мы немного дальше от Дип океана. А в предыдущем сезоне у нас Кьогр спавнился именно потому, что именно наш остров, на котором мы прокачивались, именно был... Что за хрень? Именно был там, где спавнится Кьогр. Может, поэтому, знаете, там охренеть, сколько раз он спавнился и ночью, и днем, и утром, и обедом. И всегда он спавнился. Ну, посмотрим. Подождем до ночи, конечно, фиг его знает, тут, не тут. Знаете, что я хочу сделать? Давайте мы тут докачаем до уровня этой каракости и просто-напросто ее выкладываем. Потому что я не хочу на нее тратить блиси. Это во-первых, и я не хочу, чтобы она перекачалась, это во-вторых. Потому что если она перекачается, это будет очень печально. Потому что к 50 уровню я ее не хочу прокачивать. Фух. Ну что, ребята, давайте быстренько. Тут еще два уровня осталось. Ух. Во. Еще один уровень остался, как-то, знаете, быстро, что ли. Еще раз. Лукарио тащер, да, в принципе, ребята, говорили. Вы мне правду говорили, что он действительно тащит, но как сказать? Он еще даже до 70 уровня не дошел, поэтому потом, может, он еще больше тащить будет. Посмотрим, вдруг он подумает. Хотя, ну, не скажу, что он прям больше будет тащить, чем тот же Гродоша, но... Это, кстати, наш остров. Сейчас, ребята, секундочку. Акватейл, вот. Это наш остров. Да, ребят, это наш остров. Так мы тут и были. В принципе, смотрите, вот мы тут находимся, это бич, да? Хотя Дип Океан у нас тут рядом. Почему мне говорили, что он не рядом? Ладно, не будем на этом париться. И, в принципе, вот эту хрень посередине океана я тоже не хочу оставлять. Поэтому мы тут побудем до конца ночи. Ну, как до конца? Немного хотя бы побудем, да? Потому что не хочу тут долго задерживаться. И пока мы тут, мы можем на вот этих чудиках, на киндерах, они, в принципе, уже пропали, немного прокачаться. И это реально очень круто будет. Так. Кого качаем, ребята? Давайте определимся, кого мы будем прокачать. Фиро прокачанный, Каракоста прокачанный. Литвик, Одиш, Белдум. Давайте Белдума, потому что у нас Белдум Шани. Это, в принципе, реально большая редкость, можно и так сказать. Немного тут побудем. Я не говорю, что прям, знаете, до утра. Опа! И уже Белдум эволюционирует Шани. Сейчас мы на него посмотрим. В принципе, он действительно и красивый должен быть, и, в принципе, он ценный, в том смысле, что не так уж и часто Шайни Белдум спанится. Это то же самое, чтобы заспанилось там Шайни Ларвеста или Шайни Дратини, да? Это тоже, в принципе, не скажу, что часто. И вот у нас, ребята, Шайни Метанг. Давайте на него... Ой, не на Каракосту, давайте на Шайни Метанга посмотрим. Вот. Замечательно. И вот кто еще тут спанится. Краудан, ну, не прям, знаете, большой уровень, но все же тоже можно на нем прокачиваться. Ну, пока что никто не спавнится, но все же не скажу, что это для меня сюрприз, да, потому что вы знаете, какая паскуда Лугия и вообще какой сволочь Кьогр. Поэтому это, ну, неудивительная новость, да, что они не спавнятся. Я, если честно, уже даже начинаю подзабывать о легенд, потому что они, честно, меня уже достали. Знаете, как было? Заспавнится? Заспавнится, словим. Не заспавнится, но не будем на этом сосредотачиваться, а просто-напросто будем прокачивать покемонов и будем ловить других покемонов. Наверное, так мы будем делать, потому что это уже жопа с этими легендами, они уже бесят, если честно. Ну, я говорю, посидим тут еще немного, никто не спавнится, уходим отсюда. И, в принципе, еще заодно прокачаем конфуз. Ну, хрен его знает, честно. Еще заодно прокачаем нашего метанга. Он уже, ребята, практически 30 уровень, но мы его будем к 60-му прокачивать, потому что это, в принципе, метанг, да? Потом Литвика, Одиша мы будем... А, ребята, да, а кого вы хотите видеть Одиша? То есть эволюцию через травяной камень или эволюцию через солнечный камень? Потому что мы словили одного Одиша, и у нас есть сейчас только один выбор. Или одна эволюция, или другая эволюция. А потом, когда мы словим, может, еще обычного Одиша, то есть если не попадется еще один нафиг Шани, да,
Говорите, вообще охренел, да, еще одного Шани Одиша хочет. В принципе, в предыдущем сезоне у нас до хрена Одиша испанилось, и мы словили одного, потом я второго не словил, потому что я думал, он нам не нужен. А потом, когда мне сказали, что как бы есть еще одна эволюция, да, я пожалел, что я тогда его не словил. Но хотя потом еще один Одиш заспавнился, и в принципе мы его словили, и было нормально. Но сейчас, если не заспавнится, то мы будем... Словим, наверное, просто обычного, да и все. Так, покушать, покушать, давайте уже... Уже вот это докушаем, да? А то это у нас есть, в принципе, валяется. А у меня танк уже 32 уровень, ребята. И это еще, опа, босс, 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 босс. Ну давайте еще вот это покушаем. И потопали, ребятушечки. Убьем сейчас вот этого тормознутого, да? Или как его? Экспешер, пожалуйста. Ага, хрен. Левел болл, ну... Один левел был. Пускай будет. Ребята, все, то есть, знаете, я уже как-то даже потерял веру в то, что нам выпадет еще один экспешер с босса, потому что, как по мне, в этом сезоне это просто нереально, знаете, то есть поставили какой-то замок на боссов, что вот, мол, знаете, они все тупо-напросто сговорились. Мол, все. Эдисон идет, убивает босса, дропаем ему экспешер и все, на этом закрываем тему. Больше, если он там будет ходить, убивать там 50, 200, 1000, сколько я уже нафиг боссов убил, штук 500 или больше, если так в сумме, да, взять в течение этого сезона до сих пор, да, то там выпал один экспешер и все, они, знаете, заговорили, все, один экспешер, больше ему не дропаем, все. Хватит ему, да? В прошлом сезоне я там себе покупал по кучу экспешеров, и, в принципе, даже не то, что... Я даже, если честно, не покупал, я выбивал, потому что много мне их падало. В принципе, наверное, так сказали, все. В предыдущих сезонах он себе много, но выбивал, а сейчас ему хватит одного. Больше ему, как бы, даже не дропаем, да? Больше ему хватит. Ну, да ладно, идите в жопу, если вы заговорились, реально. Ребята, честно, еще раз извиняюсь за то, что с этой серии нету камеры. Я постараюсь в следующей серии с камерой, но мне хочется знать, то есть, нужна ли вам она? Нравится ли вам, когда я играю с камерой, когда, в принципе, видео имеет камеру? Или как-то вам по боку, да, то, что есть камера, нету камеры? Мне похрен, да, в принципе, могут и такие найтись. Поэтому я и спрашиваю, если вам похрен, если камеры нету, то тогда, в принципе, смысла нет с камеры, потому что... Там, можно сказать, только минус это то, что глючит, больше весит, да, то есть еще и видео с камеры. Поэтому если вам это по боку, да, то есть нужна камера или не нужна камера, то тогда нету смысла делать с камерой. Но если вот такие подписчики найдутся, которым, в принципе, нравится то, что я с камерой иногда, и, в принципе, они скажут, мол, Эдисон, да, там, играй с камерой, то будет круто. Посмотрим, ребята. И по поводу, знаете что, давайте возвратимся нафиг к тому, что мы говорили в предыдущей серии, а мы говорили о сериалах, потому что, знаете, я как-то подзабыл о том, о сериалах, да, о этой теме разговора, когда на нас напал, я, если честно, даже вспоминать не хочу, как вот того паскуду Гровлита 107 уровня босса, который то ли залагал, то, знаете, первые 2-3 раза убил всю нашу команду с одного удара, то есть один удар убил. Я говорю, твою мать. Накинулся еще раз, один удар убил. Потом на третий или на какой раз он тупо нахрен залагал, убил всех моих покемонов. И Литвика 6 уровня он не мог убить. У Литвика кончились все атаки, я не мог перезайти, я не мог выйти с боя. И что самое главное, Гровлит меня даже не бил. Он там нахрен дурачится. А, давайте я себе там бафну что-то на атаку. А, давай я его ударю ударом, который там мне увеличивает что-то там точность или да. А, зачем его бить? Зачем 6 уровня бить, когда ты там 100 с чем-то уровень босс? А, зачем его нахрен бить? Вот этой хренью он меня, твою мать, выбесил, так что я там уже... Не знаю, что хотел сделать, и после этого все, мне уже нахрен ничего не нужно было, ни разговор, ничего другого, потому что вот такие чудики пем выбешивают нахрен. И поэтому все, ребят, я уже не хотел к этому возвращаться, ну, как бы к той теме, да, которой мы там были, и разговариваю, потому что не конченый, просто паскуда выбесило так, что это с ума сойти можно. Знаете, в принципе, давайте еще к утру тут подождем, потому что...
Опа, ни хрена себе, ни хрена себе. Ребята, я бы словил Драгонайта, но в жопу. Зачем он нам? Алмаз, зато алмаз выбили. То есть я бы был, если честно, очень благодарен, если бы Дратини заспавнилась. Я это понимаю, но Драгонайт, конечно, Драгонайт, конечно, спасибо вам за это, но, если честно, он нам не очень нужен. К сожалению, этот нам тоже не нужен, потому что их у нас целых две штуки, и, в принципе, больше нам не нужно вот этого. Говорю, лучше бы простенькая Дратини заспавнилась. Нафиг, Драгонэйр, вот это бред, если честно. То есть третья эволюция спавнится чаще, чем первая, да? Хрень какая-то, ну да ладно. Не, ну, ребята, как видите, мы охотимся на Дратини, но она почему-то не хочет вообще никак спавниться. Опа. Ну что, ребята, никто не заспавнится, поэтому уходим отсюда. И по поводу сериалов, то есть я говорил, что я посмотрел там Prison Break, я посмотрел Breaking Bad, я смотрю Ходячие мертвецы, и многие мне советовали посмотреть Сверхъестественное, мол, это крутой сериал. Но, ребята, я это забыл сказать, что Сверхъестественное я тоже смотрю. И, в принципе, да, реально крутой сериал, он тоже стоит где-то на таком втором-третьем месте в моем списке, что как бы самые крутые сериалы. Я вот это забыл сказать, но он действительно очень крутой, там много сезонов и, в принципе, затягивает. А что самое главное, не любит мне, точнее, я люблю вот такую тему, да, когда там демоны, ангелы, там сверхъестественная сила, что они на земле и вот это все. В принципе, да, мне вот такие темы нравятся, да, и, в принципе, сделали вот таких классных героев, которые ходят, двое братьев, и которые вот это все расхлебывают, да. И вот то, что мне нравится, что как бы и в мире, и как бы то, что есть там разные сверхъестественные силы. Это реально очень круто. Ребята, нафиг мы вот это все убираем, потому что... Во, нафиг, какие лаги. Я говорю, все это мы убираем, потому что никто не заспавнился, и, в принципе, это нам больше незачем. Потом, если что, сделаем. Ну, в принципе, я не знаю, будут ли они опять спавниться. Так, тут ничего. Я просто смотрю, что еще можно выкинуть. Ну, вроде больше ничего. Ребята... Опа, это еще что такое? ТП 2800, 75, 2800, наверное, без минуса. А, вот, да. Селеби, Селеби. Мы тебя очень любим. Не будь такой паскудой, как Лугия. Как... Еще там кто-то, Кьогр, Мью, Райкваза и всякие вот эти другие легенды. Энтея еще нужно, ребята, будет попробовать словить. Он тоже вроде в горах где-то там спавнится. Селеби, пожалуйста, мы тебя просим. Ну, заспамься ты. Ну, как вы видите, ребята, что-то легенды с нами поссорились и не хотят нам спавниться, в принципе, дружить с нами, в общем, да. Так, ладно, сейчас... Ну что, тогда идем домой, выкладываем Фирова Каракосту сразу же, берем двух новых покемонов. А знаете, ребята, Эликид. А есть ли у нас Эликид? Я просто вспомнил, я увидел вот электробаза, да? И я вспомнил, есть ли у нас Эликид. Что-то как-то мне кажется, что нет. Ну да ладно, то есть не такая большая проблема. То, что у нас нету Эликида, потом, если что, словим. Фух, ладно, ребята, давайте быстренько выложим вот этих покемонов в наш компьютер. Asus или кто там, да, какие тут компьютеры есть. Хотя это не Asus, это старенький компьютер, да, тут еще квадратный монитор. Ребята, кого берем? Кого берем, кого берем? Вместо Фирова. А знаете, как я сказал, я же буду брать всех по порядку, то есть, знаете, потому что мы берем тех покемонов, которых мы только недавно словили, а тех, которых мы уже давным-давно словили, мы еще не взяли. Поэтому, ну, как бы, которых мы еще вообще охренеть как давно словили и сказали, да, то есть, ну, мы их потом прокачаем, да, сказали и, в принципе, до сих пор не прокачали. Я хотел взять Пласла, но Пласла как бы без эволюции, поэтому нет смысла его брать. Тут у нас вроде никого нет, а кто у нас тут дальше по списку идет? Ну, да ладно, пускай будет Шакл. Райкоу, Люксрей прокачанный. И Каракоста идет вместо. Кто у нас дальше по списку идет? Кто у нас? Клинк. А есть ли у нас там Шайни Клинк? Потому что я помню, что-то в этом роде у нас было. Или это Шайни?
Нет, это обычный. Я помню, мы же ловили нафиг шайни клинка. Давайте еще раз внимательно посмотрим, потому что если я буду качать этого клинка и потом оказывается, что у нас он шайни, идите в жопу с такими приколами. Ну то есть зря я его буду прокачивать, да? Или не клинк, а кланг, да, то есть его вторая эволюция. Я помню, я ловил, но... А тут вроде нету. Кто винонат хит? Вот кланг, ребята. Ладно, тогда удаляем клинка и берем кланга, да? В принципе, его тоже прокачаем. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, шакл в этой версии текстурка еще не поменялась. И кланг шайни тоже. Фух, ну что, ребята, топаем. Топаем в нашу качалочку, качалочку. Блисси, это там у нас там кто? Гулдин. Не хочу, потому что они там, пу-пу-пу, знаете, очень шустрые. И как-то не хочется даже за ними там бегать, ловить их и все такое. Точнее, охотиться, да, нападать. Один. Все, выкинули. Вот так, да. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Замечательно. Так, вылечимся. И потопали, ребята. 10 блисси в нашем распоряжении есть. Я, если честно, не хочу прокачивать метанга, потому что давайте лучше Литвика прокачаем. Или там Шакла, да? Ну что, Лукарио, покажи нам всю свою мощь, да, ребята? Сейчас он покажет. Ну, ударь. Ну, пожалуйста, ну, Лукарио, ну мы тебя просим, да? Ударь его, 23 куска опыта. Если помнить, Литвик был 6-м уровнем. Сейчас посмотрим, какой он. Бум. 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 Это нам не нужно, в принципе. Я говорю, вот такие... Какой он 30-й? Охренеть, 24 уровня. Офигеть, ребят. 35-й. О, 42-я Блисси. Это вторая Блисси, да, по счету, да. Моменто. О, это третья Блисси. О, это четвертая Блисси. Ни хрена себе. Вот это пока что нормально. То есть, знаете, такие. О, такие большие уровни спавнятся. Это круто. Круто. Это пятая Блисси, да? Инферно, ну я не знаю, это хрень, в принципе, классная, но она будет не очень часто попадать. И, ребята, у нас еще 5 блисси в нашем распоряжении есть в данный момент. Давай, спамься, большие уровни, пожалуйста. Ух ты, зараза. Это 6-я, это 7-я. Опа, и Литвик эволюционирует. Ребята, еще 3 блисси запоминаем, а то сейчас, знаете, я забуду, потом убью на одну блисси больше, и будет такое, Эдисон, отписка, дизлайк, ты убил на одну блисси больше, ты нарушил свои правила. Как ты посмел нарушить правила, которые ты же поставил? Офигеть, ребята, как я мог? Нифига себе, 50-й уровень блисси. Опа. Какому... еще 2 блисси, да? Ребята, к какому уровню мы будем прокачивать блисси? Какого нафиг блисси? Лампин, так, к 45-му или к 50-му? Лампин. Давайте отбежим, чтобы блисси переспавнились на какие-то большие уровни. Ну, еще сколько там? Еще 2 блисси, да, у нас есть. 32-й, 34-й, 48-й. Замечательно. А Лампин потянет, а вдруг Confuse Ray... да, хрен он тут что-то потянет, если честно. Ладно, ну в принципе да, тут более эффективные вот эти атаки Лукарио, поэтому... Замечательно, ребята. Ну, еще одна Блисси у нас есть, поэтому давайте переспавним. Если сейчас Лампинт будет больше, чем 45 уровень, да, то есть если мы его прокачаем, перекачаем, и он станет 46-м, то будем его прокачивать к 50-му уровню. А если все-таки он не докачается, да, то будем... То выложим его, можно и так сказать. Опа, спуск, быстрый наш спуск, да, опа. Главное не умереть вот так. Если, в принципе, он сейчас будет 45-м, то круто, потому что... О, давайте, ну, вряд ли, мне кажется, мы его сейчас перекачаем. Ну, сейчас посмотрим.
Нет, ребят, ух, я так лакомлюсь на вот эту Блисси. Ну все, больше нельзя убивать. Я вижу там босса, ребята, не кричите. Ща я пойду. А хотя нет, не пойду, потому что это в земле. Как видите, ребята, мы не перекачали лампента, и мы можем ее выкладывать. Да, тоже не нужно говорить. Эдисон, как ты мог забыть про последнюю эволюцию лампента? Ребята, я не забыл, я помню, что у него есть еще Шендалур, да? Его последняя эволюция, поэтому сейчас мы ее сделаем. Брам-бам-бам. Вот, да. И пойдем на улицу. Хотя я не знаю куда, на наш задний дворик, в принципе, тут еще не достроено, поэтому давайте сюда. Как я говорил, ребята, примите, точнее, взгляд, как-то возьмите то, что... Да ты что, издеваешься? Он что, не так эволюционирует, ребята? А хотя мы... Сейчас, ребята... А он, да иди ты нафиг, что-то за нами прыгаешь туда-сюда. А он, наверное, не с этим камнем эволюционирует, не с огненным, а, наверное, вот с этим Duskstone. Сейчас посмотрим. Ну, по сути, он же как бы и призрак, да, что ли? Гост, да, и огненный. Поэтому огненный не прокатило. Получается, вот это. Да. Ну, ладно, не вините. То есть, знаете... Он же как бы и огненный, поэтому он бы мог и с огненным прокачиваться, но он прокачивается с этим, точнее эволюционирует. Пум-пум-пум-пум-пум. Ребята, еще расскажу, как вы можете заметить, то, что в этой серии мы не строили, потому что я дал обещание, что в этой серии у нас, можно сказать, небольшой перерыв. В том смысле, что в этой серии мы ничего не строили. Поэтому, ребята, позже мы опять продолжим что-то строить. Точнее, не что-то, а продолжать... строить наш дворик, точнее достраивать его, потому что достроить его нужно, да? Извиняюсь, что... и хотел сказать, и хотел кашлять, и получилось что-то нужно, да? Ну да ладно. Ребята, мы прокачали... Точнее, Фиро у нас уже был прокачан, и мы докачали Каракосту, мы прокачали Шенделура за одну серию, и сейчас мы его выкладываем. Кто у нас дальше там идет по счету? Магмуртар, это второй бокс, да? Кончкроу, Старапта 35, Пипинсир. Ну ладно, пускай будет. Ему там 4 уровня, в принципе, осталось. Что там, не так уж и много, мне так кажется. А вот что еще хотел разобрать. Павниард, Бишарп. Бишарпу 3 уровня осталось. Поэтому Павниарда давайте удалим. Бишарпу 3 уровня осталось, мы его потом докачаем. Еще хотелось, знаете, кого я посмотреть, ребята? Стараптор 35, а мы ловили вроде Старли Шайни, как я помню. Есть ли она у нас где-то? Вот Старли и вот Старли. Ага, то есть эту мы нафиг выгоняем. Эту сюда. Сейчас, я просто посмотреть, ребята. Да, на Шайни. Кого мы выложили? А, Метанга, да? И стали тогда вот сюда. Астараптора удаляем. Опять прокачаем, ну, как бы шайни. И кого мы... Пипинсера мы взяли. Замечательно. После Метанга кто у нас следующий будет? После этих всех у нас следующая Старли будет, да? И после Старли Роженролла. Роженролла, ребята. Замечательно, замечательно. И там дальше я видел, Анжелочка нас уже, ребята, там ожидает. В пассивном состоянии ожидания. Она уже нас там ждет, Анжелочка наша. Ну что, ребята, давайте, в принципе, на этом заканчивать. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Такая, в принципе, немного... Я не скажу, что продуктивненькая, но все же мы попробовали тактику того чувака, который уже флудил, как я понял много раз, что, мол, Эдисон, иди там попробуй и так. Но, к сожалению, или она не подействовала, или просто, знаете, не то, что не повезло, просто... Также легенды не имели желания заспаиться. Еще чуваку, который меня спрашивает уже много раз, кто там на заднем фоне, вот, это Гроудон. То есть это статуя Гроудона, сделанная специальным итемом, если что.
И все, ребята, давайте уже на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я буду очень рад, если вы залепите лайк и поставите, точнее оставите свой комментарий. Это меня очень взбодрит и поставит небольшой плюсик вам, потому что через несколько серий мы возвращаемся к нашему музею, и новые люди, которые активно комментируют, попадут в наш музей и увековечатся там, в нашем музее в этом сезоне. А те, кто перестали комментировать, хренакс, вылетают, к сожалению. И, ребята, если эта серия набирает вот сейчас, вот прямо сейчас набирает 500 лайков, то новая сразу выходит, новая серия выходит сразу же. В тот же момент выходит новая серия, когда вот это набирает 500 лайков. Хоть сейчас, хоть через пару часов, если эта серия наберет 500 лайков, сразу выходит новая серия. Ребята, еще раз повторюсь, я очень надеюсь, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.